Ставлю всегда на первую, всегда помнили это имя, гордились им. Нам просто посчастливилось, что мы не стали какими-то действительно таким, знаете, с таким названием слишком уж ультрасовременным или каким-то политическим, так, а мы стали носить это имя Григория Ивановича Шелихова. Но мы отдали, наверное, осознали это не так давно. Там варианты могут быть другие, потому что много вариантов атласа было, Станислав Андреевич. У атласа было много вариантов. Неорганизованно идет. С разрывом большим. Ну ладно. Встреча.
господство, который пришел сюда как путем того, что Григорий Иванович открыл не только многие и присоединил к российской державе не только многие острова и землю, самую землю Америки, он явился как бы просветителем и христианской веры, светильником христианской веры и здесь, среди многих других людей. Поистине достойный гражданин, достойный христианин. И вот с той стороны памятника можно найти такие слова скорбящей его жены, любимому мужу от скорбящей жены поставлен сей памятник. Ранее здесь был крест, водруженный наверху. Ныне, ну, возможно, в скором времени он опять же появится, как символ того, что держава не только держава водружена в Сибири не только государственная, но и христианская. И именно христианство сделало его истинным гражданином и истинным таким отцом, любящим мужем и тем, кто душу свою положил за державу свою, за родину свою. Ибо таковы слова в Священном Писании: нет больше любви той, кто душу свою положит за други своя. Потомки, отдали дань уважения, поклониться следует. Вот поедемте домой. Во-первых, упомянуто об этом в Иркутске. В 101 году, когда отмечался юбилей открытия Америки, мы собрались с секцией исторической общества охраны памятников, обсудили вопросы и единодушно пришли ко мнению, что этот дом является домом, где находилась контора российско-американской компании. Он указан на плане Иркутска 1829 года, на позднейших планах Иркутска. Ну и по данным иркутской летописи он тоже был построен либо в 1800 году, либо приблизительно в это время, потому что иркутская летопись иногда даты указывает не вполне точные. Серьезно, пока изучением этого дома никто не занимался. Но, во всяком случае, сама архитектура свидетельствует о том, что он относится к этому периоду. Во-первых, оформление для размещения. Здесь, возможно, были склады русско-американские компании. И вот этими особенностями дома является то, что хотя главные компании раньше это было со стороны дворового фасада. Я там рассказывать не буду.
Во-первых, любопытно, что здание очень протяженное в глубину двора. Во-вторых, лестница очень своеобразная, деревянная лестница, которая ведет на второй этаж. Не как в последнее время это строилось, а как было принято раньше. Прямо с земли, так сказать, ведет на второй этаж. Вот основные такие особенности этого здания. В подвалах, вероятно, вчера надо больше даже мерить. Сюда доставляются припасы, железные изделия, якоря, канаты, скажем, интересовали. Все было взаимосвязано, потому что адмиралтейство занималось снаряжением экспедиции.
говорю.